Я приветствую вас на нашем канале «10 лучших островов для отдыха». Это видео про отель «Ди Бунгалос». Рейтинг у него 9,2. Вот сейчас вы его видите. Находится он на Ката и практически в 2 минутах ходьбы от лучшей части пляжа Ката. С кучей магазинчиков и разных кафешек. Еще бы я хотел кинуть плюсик в копилку этого отеля. То, что он находится непосредственно на маршруте автобуса SmartBus между аэропортом и рыбным рынком Равай. Мы прилетели на Пхукет, сразу взяли проездной в этом автобусе SmartBus. Доехали на этом проездном до нашего отеля, он высадил напротив. И потом каждый вечер, покупавшись, мы приходили в отель, переодевались, опять садились на этот SmartBus и ехали на рыбный рынок Равай, где кушали всякие вкусняшки. И возвращались также на этом смарт-басе. И транспортные расходы у нас получались практически копейки. Отель нам очень понравился. Хозяева гостеприимный, отель чистенький. И комнаты расположены как бы отдельно. Поэтому писки и визги соседей вам не угрожают. И еще обратите внимание с правой стороны. Если вы выходите с этого отеля, через 15 минут вы попадаете на пляж Катаной. А сейчас я предлагаю, наливайте чашечку кофе. Приятного просмотра. Вы сейчас видите как раз вот это комплекс зданий с номерами этого отеля. И практически у всех отличный вид сверху пляжа Ката.
Это чистенько, аккуратненько. Обратите внимание, отличные стеклопакеты. Закрыли, и не слышно никакого шума с улицы. Сразу за отелем вы видите пляж Ката. После Пхукета мы отправимся на полуостров Рейли, потом будет остров Пхипхидон, далее Кулипи. На пароме доберемся до Лангкави, это уже Малайзия, там будем 5 дней. Вернемся на пароме в городок Сатун, это Таиланд, и на автобусе до Пхукета и домой на самолете. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки. До скорых встреч!